На Камчатке волонтеры спасли от гибели осиротевшего детеныша Калана, который занесен в Красную книгу. Малышу всего 2 месяца. Если бы его не нашли люди, он бы погиб, так как Каланы находятся с матерями, пока не достигнут 8-месячного возраста. Выжить в одиночку в естественной среде у него не было шансов. Первую экстренную помощь детенышу оказали на ветеринарной станции Петропавловска-Камчатского. Мальчишка наш, все достаточно, сейчас поднимушка, так живут еще маленькие, мы даем ему по 7-8 подходов, по 30-40 грамм и увеличиваем немножечко для того, чтобы расширить желудок. Ему папа не говорит, а говорит мама. На Камчатке нет специализированных учреждений, которые имеют опыт работы с такими животными. И сейчас малышу подыскивают новый дом. Идут переговоры о переправке зверя в Приморский край или Ижевск.